Бабушка освобожденного одесского моряка Андрея Новичкова Елена Вероновская отметила свой 83-й день рождения. В преддверии еще одной знаменательной даты – Дня Победы – Украинская морская партия поздравила Елену Николаевну сразу с двумя событиями. Напомню, что благодаря усилиям Сергея Кивалова удалось спасти из иранского плена ее единственного внука. Хочется искренне от души поздравить Елену Николаевну с ее днем рождения и с Днем Победы. Потому что Елена Николаевна, она действительно победитель по жизни. Это легендарная женщина, которую я называю просто бабушка, одесская бабушка с большой буквы. Мы очень рады, что она активный член Украинской морской партии Сергея Кивалова, потому что такие бойцы, как она, знаете, и в горящую избу, и коня на скаку. На самом деле замечательная женщина, которая всю жизнь проработала. Она строила заводы, она душа Одессы. Она освободила своего внука и тем самым внушила веру всем одесским, всем украинским бабушкам и матерям, что подвиги реальны. Напомню, Андрей Новичков, старший помощник капитана, больше года находился под следствием в Иране. Его обвиняли в убийстве, которое он не совершал. С тех пор, как бабушка моряка Елена Вероновская обратилась за помощью на личный прием к Сергею Кивалову, он взял дело под личный контроль. Сергей Кивалов вошел в группу межпарламентских связей с Республикой Иран, дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Украине, а также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру. Кроме того, народный депутат встречался по этому вопросу с главой государства. Также по инициативе Сергея Кивалова прошло более 10 масштабных акций в поддержку Андрея Новичкова, в которых принимали участие студенты Одесской юракадемии, Международного гуманитарного университета, активисты молодежных организаций и все неравнодушные. В ООН писала, в ОБСЕ. А потом и депутатом Верховного Совета, потом меня осенила мысль, что я могу попробовать обратиться к Сергею Васильевичу Кивалову. Он очень внимательно меня выслушал и приложил все усилия для того, чтобы Андрей был освобожден. Я поддерживаю морскую партию и все начинания морской партии Сергея Васильевича. Я много раз приглашена была на все мероприятия, участвовала. Такой квалифицированный, он, ну, как сказать, понимание всех дел, не только моего внука, а как понимает морская партия судьбу одесситов. По случаю дня рождения Елене Вероновской вручили памятную медаль Одесской юракадемии. Сегодня Елена Николаевна продолжает принимать активное участие в общественной жизни города.